нужно посидеть, а отдохнуть. Да. Ага. И вот они, нервы. Ух ты. Вот они. Кукляшки. Нервочки. И они с рыбами водятся. Ну, да. А это не рыба, это нервы. Я думала, это рыбы. Это нервы. Понятно. Ай, какие балдежные. Их мишки белые едят. А-а-а. Ну нет. Ну как? Всю зиму-то нет. Нет. Но они живыми кормились? Ну, привозили их в север. Почему же вы не? Мясо. Ну надо, а что делать? Ну, еще лучше жир. Конечно. Надо рожать. Ведям. Что-то так и не получилось у ребячок. Ну, нынче же соединяли. А сейчас неизвестно, только в декабре будет известно, в ноябре. А-а-а. Рано же. Так их зимой соединяли. Или весной? Ну, тогда не было. Угу. Ну, весной их соединяют с марта по июнь. А-а-а. И у медведей беременность не видно. Я уже на видео всем говорю. У-у-у. Не видно, а на булках хлеба рождается медвежонок. Она может так вот идти, он упадет, и она... Не заметит. Да. И если только начнет он заигрывать. А вот какая? В ноябре сено таскать в берлогу. Она, да? Да. Тогда, если в декабре не выйдет, значит... Я просто знаю, у меня сын тогда еще маленький был. По энциклопедии изучал. И в школе вопрос задал. Вы знаете, почему белые медведи пингвинов не едят? Почему, говорит? Они, говорят, на разных континентах живут. Я говорю, вот так. Mm-hmm. И не знала никто. А нерв они едят, конечно. Ну да, так еще добыть надо, то все. Вот в природе хорошо. Конечно, хорошо. Но просто, ой, спасают. Было бы хорошо, лев бы не прожил бы 14 лет. 12 лет прожил. Здесь? Да. А в природе он 11 живет? Нет. Господи. До 20. У нас же папа с мамой прожили 20 лет. А я что-то слышала, другая информация. В природе до 15 там они все. Ну, просто болел и все, что. Бывает такое же, как у людей. Почему? Он здесь родился. А, да. Здесь же был Нати и Зевс. Да. Он у них родился.